А теперь о пожаре в Гунипском районе. Там горят кустарники и сухая трава. Об этом сообщает региональный МЧС. Пострадали 8 гектаров территории. Сейчас активно горение на площади в 300 квадратных метров. Это земли не лесного фонда. Тушением занимается лесопожарный центр и сотрудники МЧС. Всего около 40 человек, в распоряжении которых 4 единицы техники. Помогает им и местное население. Угрозы населенным пунктам нет.